Доброго времени суток, уважаемые зрители, на связи Артур. В сегодняшнем видео поговорим о Hamster Combat, о завершении первого сезона, о промежуточном сезоне, о втором сезоне, о аирдропе, листинге. Все вот эти основные моменты разберем, посмотрим, как обстоят дела, что нужно сейчас сделать и чего мы ожидаем. Hamster Combat — это та игрушка, которая сумела побить все возможные рекорды по объему аудитории, просмотров на YouTube, подписчиков в Твиттере, собрала очень большое комьюнити людей. Я думаю, что дальше проект этот будет развиваться, создавать некую экосистему, так как было бы глупо не монетизировать такое количество аудитории. Соответственно, как вы знаете или же не знаете, 20 числа был снэпшот, то есть снимок нашего аккаунта, наших достижений, наших результатов. И я уже думаю, в ближайшие дни будет понятно, сколько монеток мы получим. Обещают раздать 60% монет от общей капитализации. Всего будет выпущено 100 миллиардов монет. Из них 60% на первый аирдроп. То есть, как я понимаю, дальше будут и другие. Как минимум, еще один аирдроп планируется. 26 сентября будет листинг на всех тир-1, тир-2 биржах. Короче, на самых популярных биржах эта монета будет залечена. И сейчас проводятся все возможные акции, как завлечь участников. Все хотят получить себе клиентов, регистрации на биржу, и придумают всякие лаунч-пулы, пре-лаунч-пады там на BinkX. Ну и выбор за вами, куда выводить свои монетки. Я выбрал Bybit, считаю это достойный вариант, один из лучших. В разделе «Вывести» выбрал данную биржу. Судя из того, что мы видим внизу Direct Claim, это спустя 114 часов 4 минуты мы сможем получить наше вознаграждение, наш аирдроп. Это выходит у нас как раз таки 4 дня, там с половиной, наверное, вот это 4 дня и 20 часов. Вверху таймер идет, вот это внизу, скорее всего, то же время, когда мы сможем заклеймить и получить свои монеты на биржу. Сейчас 21 сентября уже закрыли возможность ввода своего кошелька, либо же там биржи. Это нужно было делать до этого. Естественно, в своем телеграм-канале я об этом написал. Кого еще здесь нет, рекомендую подписаться. В том числе в закрепленном комментарии. Смотрите список всех лучших тапалок, где я участвую, где уже сейчас платят деньги. Рекомендую зайти, изучить. Выбираю самые достойные. Итак, у нас промежуточный сезон. Что это означает? Они написали, что пару недель он будет длиться. И за это время мы можем заработать некие алмазы. Для чего они нужны, что с ними нужно будет делать, пока неизвестно. Они написали, что для получения преимуществ во втором сезоне. Соответственно, наша задача — накопить как можно больше этих кристаллов. Для этого мы можем в раздел Playground заходим, играем в мини-игры. Вот еще раздел мини-геймс. И раздел Mine Cards, то есть карты, которые нам приносят доход в пассивном режиме. Чтобы их купить, нам нужно потратить кристаллы. И есть одна бесплатная. Вот кнопочка «Бесплатно». Прокачиваем 0,6 в час. Соответственно, дальше будет больше. Прокачка на новый уровень занимает 6 часов. После чего доступна прокачка на новый уровень. Соответственно, больше монет будет приносить нам в час. Ну и больше затраты будут у нас на прокачку. Вверху у нас рекламные предложения всякие. Вот раздел «Новые карты» заходим. Периодически мониторим. В промежуточном сезоне нет комбо, нет шифров, вот только мини-игры. Можете заходить, если есть время, если готовы его тратить, вот размещаете такие вот разноцветные фишки. Нужно их складывать в одну стопку. Когда накапливается достаточное количество, они складываются и исчезают. После чего нам начисляются в данном случае алмазы, и на них мы можем прокачивать наши карточки. Вверху нажимаем «Получить и выйти», и так можно бесконечно играть. В разделе «Игры» они постоянно добавляют новые вариации. Я пока что в них не играю, просто не хватает времени. Дальше спрашивают вверху вот это оповещение. Нам пишут, что депозиты на бирже, кошельки закрыты. То есть вывод токенов на данный момент закрыт. Кто не успел, я не знаю, будет ли еще такая возможность. Возможно, чуть позже еще откроют вывод, а возможно, вы просто упустили свою возможность вывести заработанный аирдроп, кто пропустил. Некоторые из игроков увидели у себя вот такую вот крысу, где нам пишут, что ты жульничал в этом сезоне, и в следующем сезоне играйте честно и будьте готовы к получению дропа, как я понял. Пока неизвестно, у кого вот этот значок, они смогут рассчитывать на аирдроп или нет, покажет только время. Многие предполагают, что у кого такая метка, те не получат аирдроп.
В моем случае все окей, переходим в раздел Tokens, и здесь пишется, что первый сезон завершен. Кстати, результаты нашей работы можем перейти в кнопочку «Воспоминания». Показывается, какие были лучшие карты, видимо, по доходности. Кнопочка «Далее». Дни, которые вы играли в Hamster Combat, у меня 135, всего, наверное, там дней 160, может 170 максимум игра длилась. После чего показывает количество улучшенных вами карт, видимо, сколько раз вы прокачали уровень. Далее, сколько всего заработано монет, у меня почти 9 миллиардов, в целом неплохо. И еще на балансе я там держал, по-моему, 2,5 на всякий случай. Не знаю, это как-то повлияет на дроп или нет. Не включено в игру, это, видимо, какие-то промо-акции, новые карточки, какие-то ивенты, которые планировались, но просто делится с нами такими картинками. Это было круто, сыграем еще, у нас спрашивают. Ну, как все говорят, посмотрим, сколько раздадут денег. Касательно стоимости токена. Учитывая то, какие были аирдропы до этого, Netcoin, Dox, Ketizen, я предполагаю, что цена за один токен будет 1 цент. Возможно, подниматься там до 2-3 центов, потом сливаться. Все зависит от того, как будут работать биржи, насколько корректно придут монеты. Я предполагаю, что в момент листинга все будет висеть. В ту секунду, когда залистится монета, скорее всего, всех участников выкинет с личных кабинетов. Нужно будет по новой перезаходить. По крайней мере, так было до этого. Будут постоянно выдавать ошибки. Это было в проектах, которых аудитория там раза в 4-5 меньше, чем в Hamster Combat. Мы не знаем, сколько здесь было ботов, но нагрузка будет сумасшедшая, поэтому готовьтесь к этому, что все будет лагать. Кто выводил деньги на Telegram кошелек, либо же там Tonkeeper, ваши средства поступят уже после листинга к вам на кошелек. Может будет задержка, может быть нет, пока неизвестно. А кто выводил на биржу, сразу сможете продать. Я, скорее всего, половину точно продам, а дальше буду смотреть по цене. И обязательно вас оповещу в телеграм-канале. В этом промежуточном сезоне абсолютно все скины стали доступны. Мы можем одеть любой скин. Кому интересно, выбирайте. По достижениям у меня основные все сделаны. 200 карт было невозможно собрать, пока их не было. Здесь до 15 уровня 50 есть, одну карточку открыл на 25 уровень KYC, остальные там нет смысла было прокачивать, потому что очень дорого. До 15 биллионов монеток не дошел, там единицы только дошли. 50 скинов, по-моему, их не существует пока. Прибыль сейчас максимальная, видео 100 штук нету, возможно и не было 100, я практически все смотрел. И подписан на Hamster Telegram, еще проекту нет 200 дней, поэтому почти все. Единственное, нет вот этой карточки, там где был потоп в Дубае, и у людей списывали огромное количество монеток за то, что они делали пожертвования. Возможно, у кого есть эта ачивка, получите больше аирдроп. Скорее всего, так и будет. На данном этапе за тапы по экрану ничего не дает, просто такие сердечко. Прибыль у нас капает пассивка чисто с карт. Пишите в комментариях, какие у вас достижения, сколько монет накопили, сколько дней в игре, какой ожидаете аирдроп. В любом случае, сколько бы ни насыпало, это деньги без вложений. Да, конечно же, мы тратили драгоценное время, оно бесценно, но по факту эта игра была по фану. Кто-то серьезно относился, кто-то фермы делал. Я так заходил, когда было свободное время, и в принципе нахожусь в топе в 1% самых лучших игроков. Тапалки – это возможность заработать денег без вложений, сделать себе начальный капитал. У кого-то несколько сотен долларов, у кого-то несколько тысяч долларов. Все зависит от ваших усилий. Возможности есть. Очень большое количество тапалок существует. Берите, делайте, не ленитесь, и вы заработаете денег. Вот такие новости на сегодня. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, подписались, если не подписаны. Дальше буду держать в курсе всех новостей, записывать новые видео, но в первую очередь все будет выходить в Телеграме. Поэтому ссылочка в описании. Кого еще нет в хомяке, залетайте. Будем зарабатывать вместе. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч. Пока.